Переходим к представлению пары бойцов. В синем углу октагона боец из Узбекистана. Бойцу 22 года. Его рост 174 сантиметра. Его вес 73 килограмма. Он мастер спорта по кикбоксингу и по турон. Он призер Узбекистана по кикбоксингу. В его активе 3 победы при 2 поражениях. В синем углу октагона он Blue Connor Адильхон Камолов. В красном углу октагона боец из Казахстана. Он сегодня дебютирует в октагоне. Бойцу 33 года. Его рост 185 сантиметров. Его вес 73 килограмма. Он призер Казахстана по араши карате. В красном углу октагона Хазлаврушта. On the red corner сержант Сапитов. Рефери в октагоне Телек Бабанов. Пойти на середину. Поприветствовали. Вы профессионалы, правила знаете. Экипировку не трогаем, сетку не трогаем. Мои команды выполняются быстро и четко. По углам защищайтесь. В угол. Бренджи раунд. Одилхон Камолов и сержант Сабитов. Самый главный зритель, кажется, этого поединка. Это Камарадин Хасанов, Камиль Карате. Давай будем смотреть не на бой, а на реакцию Камиля Карате. И комментировать реакцию Камиля Карате на каждое происходящее в октагоне. Да, джек-джек тенгейна, один хон джинс кезет шатсон, да. Камиль Мурза, октагон нишне гринетен шары. Артнан калмай жиргу, юкшкун болу. Да, далеко забегать не будем, нужно сначала пройти сержанта Сабитова. А сержант Сабитов пока что темная лошадка во всей этой игре. Не совсем понятно, что он может делать. Но тренируется в клубе Тамерлана. В этом клубе достаточно большое количество профессиональных бойцов. И тренерский став, конечно же, очень профессиональный. Я шын менде сержант Сабитов не игду гурекен білмейсін. Айлы өзін арлас жекпе-жекте кәсіпқой спортта көрсете білмеген, үлгермеген. Камолов енді білеміз ғой барын. Гол! Айкик! Дуклав жыр, өте сенімді. Қимылдауда ғазар. Одильхон. Ашыласыны қыстырып отыр бірден. Ашылан лайын алып жыр. Жұрықтасуда. Сабитов. Көп қимылдайды. Қамаша, амыне. Жоқ, ашықты дұрыс сезіне алмаған сияқты. Әлі сержан. Кеуде әзірше қашықтықтан шабуылдауда. Жоқ. Жылдамдық жетпей. Сабитовке жауабы. Соққалмасын жүретін шығар енді. Скачковыми ударами. Достать оппонента Камола. И алғашқы болкик. Чем заплатит Сабитов, сержант? Қатты жақындап комбинация жасауға да асықпайды екеуі, байқаса ең сондай бір қауіпсіз қашықтықтан шабуылдаумақша. Сәл бір сенімсіздік байқала бастады сержант Сабитовтың әнерінде. Да, действительно. Чувствуется, что больше осторожничать начал сержант после, возможно, этого хайкика. Ну-ка. Иркин Сливостада. Камолов. Как говорил легендарный Майк Тайсон, у всех есть план на поединок после... До первого пропущенного удара. До первого пропущенного. После первого он уже... Рангин, план он уже не пользуется актуальностью. Что за проход в ноги, а? Как она свинтил. Халайгана, я сразу же спина. Ой, мой наш Аркасмир какой-то. Закрепиться не смог. Удастся ли заправить ногу. Хорстал вовремя. Безжалостный просто в своей атаке. Одильхон. Ашнасная, Амурово. Сам удал, да? Сатуал, да, был жирный? Крестик. Тағы да шабуын қайталап көретін шар Камолов.
Арсласының күресі осал екенін түсінген сияқты. Енді солай боп көрінді бізге. Ұңғайлы қашықтық жоқ бұл жерде Сабитовке. Жақындай кетсе, Камолов соққыларын тигізе бастайды, сондықтан бата алмай жүр ма қарсыласына. Да, абсолютно не работает. Сержан ничего не показывает. Нужно хоть что-то бить, что-то наносить нужно. Қазір басты мақсаты қорған сияқты Сабитовке. Да, не нравятся эти вот удары Адельхона. Просто выпрыгивает он с ударами. Ой-ой-ой-ой. И в целом и проходы такие же делают. Блин, енді осы жерде қарымта шабуыл керек. Ал Камолов пистит. Что же сделать Сабитов здесь? Ұмтылды аяқ. Аяққа тұруға тұрсады ма, әлде? Е, барлығын дұрыс жасап отыр. Сабитов. Тамаша. Шынтақты шоқылар кетті, бірақ позиция тұрақсыз бұл жерде. Камолов қарсыласын итеріп барып қолға тірейді ғой. Көздеген мақсаты осы еді. Арқасына шығып кетті, қайта-қайта мұны. Жаттықтырушыларды айтып отыр. Жоқ, басын түседі алмасын деді, бірақ уақыт аз қалды бұл жерде қазір. 10 секунд окончания раунда. Ұстап қаламыз. Е, міне, тепе-теңдікке жоқ екен. Раунд аяқталды. Е, бір соққыға, техникалық сәрекеттерге бай раунд болмағаны қарамастан, екеуінде тынысы тарыла бастады. Дәуір демалып отыр екеуінде. Қадымғыды ауа жұтып отырғанын көріп отырсыздар. Сондықтан екінші раунд. Екінші раундта функционалдық дайындық. Басты рөл атқаратын түрі бар. Жан жақтан жабылып, Сержанға бәрі нұсқама беріп отыр. Ринсайдта отырған адамдардан бастап, трибунада отырған адамдарға дейін қазір. Біреу қолыңды көтер дейді, біреуіңді, біреу алдың қолмен көбірек жұмыс жаса дейді. Көрек. Екінші раундта Сабитов қандай тактика қолданады, Камолов. Қазір күреске ұмтылатын шығар енді. Камолов-ка біз Юрену алғамызды, әлі шамамен қалай жұдықтасасын біреміз. Да, Камолов знаем, как работает Алихон. Он очень понятный, зрелищный, в каких-то моментах даже, наверное, нелепый, но, тем не менее, действенный стиль ведения поединка. Сержан пока что, ну, вот просто красиво двигается. Не, мне жақындайды, бірақ шабылғайды, бата алмайды қарсыласын. Олег Бапанов уже устал от этого происходящего. Говорит, хватит нас держать за пацанов. Уже, конечно, избитый прикол, уже старый. Здесь шикарный прикол, но тем не менее. Хватит держать за пацанов. Дәл жағдайды сипаттайтын басқасын істіркесі жоқ десейші. Дәл осы сөзді айтсаң бәрі түсінеді бірден. Деритесь, пацаны. Особенно Сержан Сабитов. Міне тағы да. Не ну, очень директ бундай сокку. Но нет такого нокаутирующего удара у Адельхона, чтобы опасаться с ним ходить в размен. На мой взгляд. Как ты считаешь? Сабитовтың жан тәтті бұл жерде. Не дейін басқа. Ауыр соққы болмаса да өткізгісі келмейді. Бірде бір. Дәл тиген соққы жоқ бұл раундта. Бір жарым минут уақыт артта қалды. Екеуі ауаны тепкілеп жүр. Поэтому мне тарда, хочешь победить, нужно сражаться. Бой узун болады, қарсыласына қарағанда жақында сынып. Мне әйтеуір жеткізді бір жекті. Жоқ, және Камолов не істейді. То, что нужно.
То, что нужно для Сержана Сабитова. Кто-то, парда, видишь? Узбекина, кайта-кайта, джеб. Ау. Браяка, жетті қазір. Камола, койында уберек. Жоқ, 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 жоқ. Ту, міне, енді Камолов не істейді, тамаша. Камолов қаршасын арқасына шықты. Е. Ма, жаса деген әдісті жасай алмай қалды. Коленом. И смог добить. Мойнда уберек уже. Крис, скинуть никакие уже. Байкадым бы. Как-то бы антажок Крис уже. Да, никто не хочет. Ты либо не умеет, либо не хочет. И кинул бы. И киуде себе шла вниз. Чаша его стадия. А когда сын деды гадым буду. Уезжу не гарах поет, только не экранга. Камолов. Ну, Камолов-то уже опытный парень. Уже сколько в октагоне он дрался? Он знает, что раунд состоит из минут. В раунде 5 минут. Если осталось 2, значит не стоит сильно газовать. Или если ты устал, стоит переждать, как это было с Рикиваном Тухтаровым. Рикиваном закончился бензин. Рикиван очень сильно устал. За счет именно усталости был проигран этот поединок. На мой взгляд, в первую очередь. Нежели от устрашающего джиу-джитсу Адильхона. Да. Слушайте, Коулов. А зрень, да. Позиция. Меньше ветер сугерек, баска не стилен. Можно назвать Адильхона кардиомашиной? Чок. Ну, а смотри, как он напирает, не устает. Он был сал страновой, да. Сабитовку. Пасы, да, я. Жок-жок-жок-жок, тартуалка. Первый стоп! Я тебе говорил, какой легендарный джиу-джитсу. Вот Ильхона Камолова. Армбардың хас севері. Камин, карате. Шынтағыңды байқап жүр енді. Бір жолы қолымсынды, келесі жолы шынтағыңды қайырып жіберу мүмкін дейге. Да, давайте посмотрим на выражение Камиля Камарадина Хасана. Өзізіне сенімді. Ал қазір бұл жігіт октагонның ішіне шығатын сияқты. Әдемі кимоно кимапты. Это пиджак, это кимоно, что это? А, пиджак па? Бұл костюм, кимоно қоқсайды екен. Вот он, обратите внимание, просто, это нужно обучать. О. В этот раз лучше, чем с Еркебуланом. Я был жолы, шынымен де. Бұл жерді көрдің ба, басты қай жаққа қайыру керек екен түсініп отыр. Ну там ничего не осталось. Я не знаю, что не стоит никак абсолютно. Это был ну, отсутствие опыта, опять-таки, я о чем и говорил. Кежига яхтал, да. Телефон Камолов. А вот у этого джинский жетте. Демек, Камин телефон арасындағы қарымта жекпе-жекке жол ашылды деген сөз. Во втором раунде на 4 минуте 16 секунде победу приемом армбар. Победу одержал боец из синего угла октагона Одилхон Камолов.